Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Silent Hill. Итак, в этом прохождении я собираюсь получить секретную концовку, связанную с инопланетянами. Сейчас мы находимся в школе, в принципе, недалеко от первой точки, где нужно активировать медальон. Ну, до второй точки не знаю, доберемся мы сегодня или нет. Скорее всего, вряд ли. Да, мы не доберемся. Сегодня уж точно до второй точки. Так, по идее мы... подожди. Я разве тебя не пинул? Ну ладно, на всякий случай мы возьмем ампулу. В принципе, я, кажется, знаю, где можно получить ампулу. Ах ты ж сволочь. Так, ампулу вроде можно получить перед битвой с боссом. Да, мне так кажется. Но я лучше сейчас возьму ампулу. Эта ампула мне нужна будет для битвы с мотыльком. Так, заберем патроны для дробовика. После мы будем сражаться с помощью обреза. Даже на мотылька, наверное, мы ружье возьмем. Так. Ах ты ж сволочь. Блин, сейчас очень много врагов здесь будет. Аккуратно, блин. Ну нет, 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 нет. Так, отлично. Придется немножечко подлечиться. Даже не немножечко. Очень даже много. Так, давайте мы сразу активируем медальон, чтобы потом не забыть. Что? Свет? Так, подожди, мы не туда бежим. Так, по идее, сейчас есть два пути на выбор. Либо мы спускаемся за ключом, потом поднимаемся на второй этаж, бежим за другим ключом. Либо сразу бежим за ключом, потом возвращаемся, берем ключ этот. По идее, мы вернемся на одну и ту же точку, то разницы никакой. Что так одинаково мы пробежим.
Ну, наверное, для того, чтобы мы не... Ага, здесь врагов нету, хорошо. Ладно, так уж и быть, спустимся сначала за ключом. Эх ты ж сволочь. Все-таки меня ударили. Так, промахнулся. Вот это очень хорошо. Так, нам, по идее, лучше вот здесь зайти. Здесь врагов не должно быть. Здесь мы как раз-таки возьмем дополнительные патроны на обрез. Блин, я же хотел... Так, отлично, со всеми разобрался. Так, теперь нам предстоит битва с боссом. Так, здесь появились враги в этой комнате. Так, что у меня тут по здоровью? В принципе, нормально. Так, отлично. Побежали без всяких проблем. О, тут же этот. Настойка. Никогда ее здесь не брал. Так, нам теперь в эту сторону надо. Так, возьмем аптечку на всякий случай. Хотя у меня уже медикаментов достаточно. Так, патроны нам здесь не нужны. Блин, здесь тоже будут враги сейчас. Причем их здесь много. А, нет. Это не здесь. Вот здесь их много будет. Или нет? Короче, я немножечко запутался. В какой-то комнате их 4 должно было быть. Так, где я сейчас нахожусь? На первом же этаже вроде. Нет, на втором сейчас я этаже нахожусь так-то. Ладно, на всякий случай надо перед боссом сохраниться. Можно, конечно, этого не делать. Но все же я, наверное, сохранюсь.
Так, да, вот эта ампула. Можно было ту не брать. Так, патронов у меня, наверное, хватит на два босса. Третьего босса мы будем убивать из ружья. Там тоже, наверное, патронов должно хватить. Блин, я же кое-что забыл еще сделать. Вот так вот надо было, блин, поставить. Тогда бы у меня точно достаточно патронов бы набралось. Ну, 96 патронов, хотя это достаточно. Блин. Проблема заключается в том, что я ружье не подобрал. Придется обратно возвращаться. Ну, хотя, в принципе, тут недалеко. Патроны подобрал, а само ружье забыл. Ой, блин. Так, все. Обрез у меня есть. Так, теперь можно и на битву с боссом. Так, давайте сделаем так, чтобы он развернулся. И попробуем по-быстренькому победить. Блин, он, конечно, не так, как нужно было. Так, ну ладно. Да блин, вот это из-за того, что он меня толкнул. Не толкался бы, все нормально было бы. Кстати, я тут заметил, на легком уровне сложности, для того, чтобы победить этого босса, нужен один выстрел в пасть. На среднем уровне сложности надо два выстрела в пасть. Но на сложном уровне надо... Надо 5 выстрелов в пасть. Не 3, а 5. Так, давай. Блин. Так, все, последний раз остался. Так. Ну? Что ж ты не берешь-то ключ?
Так, ладно, в автобус мы не будем забегать из-за вот этих вот настоек. В принципе, у меня уже достаточно этих настоек. Ладно, давайте мы снова возьмем бластер. Так, не туда бегу, надо вот так вот бежать. А, блин, тут патроны. А где тут у нас настойка? Здесь же настойка вроде была. Блин, настоек нет. Ну ладно. Здесь в левом углу есть настойка, но туда я опять-таки не побегу. Но мимо скамейки буду пробегать. Возьму еще одну настойку. Так, отлично. Теперь нам нужно взять ключ из церкви и бежать дальше. Так, следующая точка для активации — это ночной двор больницы. Ну, то есть ночь как раз таки бывает только в параллельном мире, поэтому мы должны в параллельном мире попасть во внутренний двор больницы, а это можно сделать только один раз, когда мы возвращаемся для того, чтобы сразиться с мотыльком. Ладно, вот этот бред старушенцы слушать не будем всякий. Так, на всякий случай возьмем настойку, хотя у меня уже лишнего настоек. Так, все же сохранится тут у нас. Стоит сохраниться, потому что потом нас могут убить. Ну, вряд ли нас убьют, конечно. Скорее игра закрашится или еще что-нибудь случится. Так, здесь мы ни с кем связываться не будем. Сразу бежим активировать мост. Тут еще вот одна интересная вещь есть. Здесь сидит посередине птеродактиль. Если мы в него начнем стрелять, прилетит очень много птеродактилей. А так он пока один летает. То есть пока мы в него стрелять не начнем, не прилетят еще птеродактили. Там их очень много, там их 5 или 6 штук прилетит. Так, возьмем карту. А, блин, вот где надо было сохраниться лучше. Так, халявная настойка. Такой он ее почему-то брать не хочет. Так. Thank you.
Так, я уже придумал. Для того, чтобы не сражаться с Сибол, мы ее спасем. А, блин, что-то я тупанул. Мы до Сибол даже не доберемся точно. Не-не, но мы же до Сибол не доберемся. Мы раньше, чем битва с Сибол. Последняя точка — это маяк, а битва с Сибол после маяка будет, точно. Патроны на дробовик я, блин, не взял, ну ладно. Патроны на дробовик в полицейском участке лежат. Мне кажется, мне этого хватит. Так, все, со всеми я разобрался. Достаточно знать то, что здесь три собаки, и все. Так. Пропускаем кадр. Мне потому что интересует конкретно только концовка секретная. Все остальное, оно никак не меняется, поэтому мы это уже видели. Так, это карта госпиталя. Да, мы ее возьмем, конечно. О, аптечка, точно. Карта подвала мне не нужна. По идее, карта госпиталя-то мне не нужна. Блин, я же в тебя стреляю. Так, эти жуки воскресли. Так, ролик я пропускаю. Так. Я не помню, где зажигалка. Зажигалка. Она здесь? Нет, здесь не зажигалка, здесь сохранение. Нет, здесь вообще птица. На третьем этаже нас интересуют только две конкретные комнаты. Нет, не две конкретные. Нам еще вот здесь надо взять.
Кровь. Три комнаты нужно только заходить. Эй, слушай. Как так-то? Значит, на втором этаже зажигалка находится. Блин. Блин, как ты задолбала? Почему вы обе респанули? Хватит меня хватать. По идее, если они меня схватят, то урон не наносится. Так, на первый этаж. На первом этаже нужно забежать только в одну комнату. Теперь на второй этаж бежим. Так, хотя его не обязательно было добивать, ну ладно. Так, зажигалку взяли. Так, ее тоже нельзя забирать. Так, аккуратно. Так, ладно, нам надо сохраниться. Я знаю, где можно сохраниться. На третьем этаже можно сохраниться. Ну и на первом, конечно же, но я на третьем лучше побегу. На третьем ближе. Так, вот здесь можно сохраниться. Так, ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!